Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, мы с вами хорошо знаем, что за предыдущие годы уровень и характер отношений между нашими странами достиг беспрецедентно высокого уровня и качества. Son yıllardaki ilişkilerimiz zaten hem seviyesi hem de içeriği açısından benzersiz bir nitelik taşıyordu. Однако после известной трагедии, в результате которой погибли наши военнослужащие в ноябре прошлого года, они скатились на очень низкий уровень, деградировали. Fakat geçen sene 1 Kasım ayında Rus askerlerin öldürülmesinden sonra bu ilişkiler gerçekten son derece düşük bir seviyeye düştü. Вместе с тем, ваш сегодняшний визит, несмотря на очень сложную внутриполитическую ситуацию в Турции, говорит о том, что мы все хотим возобновления нашего диалога, восстановления отношений во имя интересов народов Турции и России. Şu an Türkiye'nin iç siyasi durumu son derece zor ve Türkiye'nin bu zor günlerinde buraya gelme fırsatını ve zamanını bulmanız zaten hepimizin, her iki tarafın da ikili ilişkilerin normalleşmesi için bir niyeti olduğunun bir ifadesidir. Ve bu da bu gelişmede her iki ülkenin halkının hayrına olacak. Я знаю, что был одним из первых, кто позвонил вам по телефону и выразил слова поддержки по преодолению внутриполитического кризиса, связанного с попыткой государственного переворота. Дарбе калкышмасыйла ильгили, yol açtığı iç krizden sonra sizi arayan ilk liderlerden bir tanesi olduğunu biliyorum. Хочу еще раз сказать, что это наша принципиальная позиция. Мы всегда категорически выступаем против любых попыток неконституционных действий. И в этой связи хочу выразить надежду на то, что под вашим руководством турецкий народ справится с этой проблемой, и порядок, законность конституционная будет восстановлена. Aynı zamanda Türk halkının bu soruların mutlaka üstesinden geleceği ve sayenizde sizin ülkenin başında iken üstesinden geleceğini ümit ediyorum ve buna inanıyorum. У нас сегодня будет возможность поговорить и в узком составе, и в широком, по всему комплексу наших отношений. Bugün hem baş başa hem de genişletilmiş formatta ilişkilerimizi müzakere etmeye ele almaya fırsatımız olacak. В том числе и по восстановлению наших торгово-экономических связей, по сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом. Bu arada ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yeniden kurulması, terörle mücadele konusu da ele alınacaktır. Я очень рад такой возможности. Добро пожаловать. Tekrar böyle bir fırsatımızın olduğuna çok seviniyorum. Hoş geldin istiyorum. Öncelikle gerçekten böyle bir hassas dönemde sizlerin de bu randevuyu vermeniz sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Я прежде всего хочу поблагодарить за то, что в этот деликатный период вы нашли время, уделили нам время и приняли нас в гости. Aslında planlamamız malum G20 zirvesiydi. На самом деле мы планировали, как вы помните, встретиться на большой двадцатке. Tabii o mahrus olaydan sonra bunun böyle süratle bir araya gelmemize vesile olması sebebiyle bundan dolayı gerçekten teşekkür ediyorum.
Как вам известно, из-за случившегося нам пришлось немножко изменить наши планы. И еще раз благодарю за то, что появилась такая возможность быть вместе с вами, встретиться с вами. Çünkü Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı bir olumlu sürecin içerisine girmiştir. Потому что турецко-российские отношения действительно вошли в положительное русло. Önümüzde büyük hedefler belirlediğimiz bir süreçtir. Наш процесс по определению таких огромных целей вам и мне известен. İnanıyorum ki şimdi attığımız ve atacağımız bu adımlarla çok daha farklı bir sürecin içerisine gireceğiz. Я верю, что теми шагами, которые мы с вами вместе совершим, мы начнем еще более расширяющий процесс. 15 Temmuz darbe girişiminde gerçekten ertesi gün sizlerin lider noktasında bizi arayışı hem tüm heyetimizin hem de halkımızın yükselmiştir. Действительно, ваш звонок сразу после попытки переворота и меня лично, и моих коллег, и наш народ очень обрадовал ваш звонок. Pazar günü de İstanbul'da yapılan dev miting gerçekten halkımızın demokrasiye sahiplenişi ve darbelerin karşısında durması bakımından çok anlamlıydı. С точки зрения, насколько наш народ стоит против всяких таких попыток переворотов и насколько хочет демократию, четко и ясно было проявлено в воскресенье, когда был организован митинг демократии. Bu ziyaretle beraber sırası bizde olan üst düzey istişare konsey toplantılarını da başlayacağımız için çok çok mutluyuz. И, естественно, мы очень счастливы, что очередь за нами в очередном совете высшего сотрудничества и что мы будем принимающей стороной. Aramızda masada olan birçok ikili ilişkilerimiz var. У нас на повестке очень много моментов по двухсторонним отношениям, по их развитию. Bölgenin siyasi olarak bizlerden beklentileri var. В регионе очень много ждут с политической точки зрения от нас с вами. İnanıyorum ki dayanışmamız bölgedeki sorunların çözümüne de yardımcı olacak. Я верю, что наше с вами сотрудничество внесет большой вклад в разрешение многих проблем в регионе. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Еще раз большое спасибо.